свои 180 вторым подходом, а не первым. Все-таки зафиксировал. Представитель Эквадора, который не первый раз уже выступает на чемпионатах мира. 14-19 он был в Париже и в Анталии. В 11-10 году, соответственно, выступал на Олимпийских играх, был 8-м. В этом году выступил на панамериканских, прямо как на чемпионате, показал в рывке 185, а вот толкает он только 209. То есть второе движение явно отстает у Жоржа, у Хорхе Давид Аройо Валдеса. Хотя сегодня, видите, Аройо Валдес срывает первый подход на 182 килограмма. Второй подход 182.